Когда преступник проникал в квартиру, он разбил стекло и порезался. Значит, на стекле была обнаружена кровь, которая была также изъята, направлена на экспертизу. По результатам экспертного исследования были установлены генетические признаки лица мужского пола. Значит, при проверке данных следов по имеющимся базам у МВД России по Вологодской области было установлено лицо. Им оказался житель города Великий Устюг. Для чего она все идет? Для чего все? Просто так, чтобы наша пресса выбрала.